Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня я вам хочу показать шкатулку музыкальную из Москвы. Вот она. Написано «Музыкальная шкатулка». Сейчас я вам покажу, как она играет. Она у меня упала с тумбочки, и тут у нее отвалилась одна частичка. Но она сохранила свои функции и играет. Только у нее тяжелее стало крутить вот эту штуку. Это из Москвы. Теперь я вам хочу показать шкатулку из Санкт-Петербурга. Музыкальная шкатулка тоже написана Санкт-Петербург. Она у меня в порядке. Она работает хорошо. То есть вот эта штука, видите ее, которая поддерживает вот эту палочку. А вот тут она отвалилась. Вот. А вот тут она есть. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!